В первый день лета отмечается Международный день защиты детей. Это не только веселый и радостный праздник для ребят, но еще и напоминание взрослым о том, что наши дети нуждаются в любви, постоянной заботе и защите. Картинная галерея всегда рада гостям. 1 июня для учеников 7-й школы из летнего лагеря был проведен мастер-класс «Совушки». Дети изготовили поделки, магнитики из глины. А 2 июня галерею посетила большая семья Соколовых. Мама Анна, папа Денис и их 5 детей. Двое из них – школьники, Максим и Дарина. Они учатся в 8-й школе, в 9-м и 8-м классах. У Максима сейчас непростой период сдачи экзаменов. А также младшие – Захар, Эвелина и Стефания, которые ходят в детский сад. Для этой большой компании научный сотрудник Светлана Аверинская подготовила мастер-класс такой, чтобы было интересно всем. И каждый член семьи смог поучаствовать. Соколовы рисовали парусники на море в ясный солнечный день. Однако здесь не все так просто. Каждая объект символичен. Если небо, например, солнечное, значит, в семье будет уют. Вот мама рисовала солнце, обогревала как раз всю семью. И каждый в этой работе нарисовал себя, как парусник – это представитель семьи. Маленькие рисовали вот такие звездочки яркие парусники. У них получились красные, желтые, такие они самые активные. Вот, папа у нас занимает большее место в картине. Он рисовал первый, самый большой парусник. Он более такой спокойный получился, светлый по тону. Ну и общее впечатление. Я считаю, что мастер-класс удался. Все поучаствовали, даже самые маленькие. В этот день большая семья Соколовых смогла не только попробовать себя в роли настоящих художников, но и посмотрела недавно открывшуюся экспозицию. И самый приятный момент для маленьких сластен – чаепитие с конфетами и печеньем. А картина, говорит глава семейства, несомненно займет в их доме достойное место и будет напоминать об этом дне. В картину галерею ходим не в первый раз, и приглашали, сами ходим. Периодически. Сегодняшний мастер-класс нам очень понравился. Я сам прям под впечатлением. Нас Светлана пригласила, и благодаря картинной галерее. Чуть-чуть вспомнили с детства, со школы, уроки рисования. Вот, рисовали сегодня парусники, да, с видом на море. Каждый из нашей семьи принял участие. Где-то чуть-чуть кто-то что-то рисовал, кто-то где-то редактировал. Прям очень-очень понравилось. Спасибо большое. Светлана Баварская, Виталий Узгринко, с Фурманов ТВ.